Больница номер 8 в Красной Поляне. Именно на ее базе реализуется программа «Олимпийское здоровье ветерану». С начала года, согласно этой программе, обследование и лечение прошли более 250 человек из разных районов курорта. Василий Пророков начал работать в годы войны, когда был еще школьником. Вырос, стал строителем. Говорит, многие сочинские пятиэтажки и детские сады на моих колоннах стоят. Курс реабилитации проходит по направлению из Адлерской поликлиники. Марина Алексеевна, врач там у нас, она говорит, есть у нас путевки в Красную Поляну, в больницу. Там все-таки вы полечитесь. Вот я сюда и приехал. Построили и оборудовали больницу накануне Олимпиады. Оснащение часто просто уникальное. Как, например, этот парад «Биодекс». Восстанавливать работу суставов после травмы и операции с его помощью, говорят врачи, приезжают пациенты не только из Сочи, Краснодарского края, но и из других стран. Теперь и этот аппарат, и другие достижения современной медицины работают в том числе и для ветеранов. Проект нашего главы Анатолия Николаевича Пахомова горячо был одобрен по оздоровлению ветеранов к 70-летию всем нашим коллективам и подготовлен с большой любовью, что позволяет нашим ветеранам не только качественное лечение, но и комфортное пребывание в наших стенах, в нашей больнице. В больнице говорят, реализация программы не мешает оказывать медицинскую помощь и местным пациентам. Что касается курса реабилитации для ветеранов, то он занимает в среднем 10 дней. На нашей базе, нашей городской больнице номер 8, ветеран может получить и получает хороший комплекс физиотерапевтических процедур, массажа, ЛФК, строго индивидуально, с учетом обследований, ну и индивидуальных особенностей. Клавдия Петрова уверена, процедуры очень ей помогли, и отношение, говорит, к ветеранам замечательное. Организовали группу, привезли нас в автобусом. Здесь уже ждали нас, прекрасно встретили. В палату уже были распределены для каждого. Доктор уже прикреплен. Вы знаете, такая организация чудесная. Клавдия Петрова скоро уедет домой в Центральный район. Ее курс реабилитации завершается. Ну а всего до конца мая в больнице номер 8 поправят здоровье 550 сочинских ветеранов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.